В преддверии дня рождения Владимира Владимировича я хотел бы, конечно же, пожелать здоровья этому великому человеку, потому что все-таки я понял, что Бог Россию любит и не оставля... и не оставил. И вот действительно Богом посланный человек, потому что вот именно такой формат руководителя, который, несмотря ни на какие выпадки, ни на какие провокации, ведет сильный поступательный курс развития нашей страны, действительно через тернии ведет. И мне кажется, здесь вот я всегда буду поддерживать его, потому что только вот даже представить себе невозможно, что вот он переживает, да, вот внутри себя, наверное, это очень сложно. Это очень сложно, а для этого нужно много здоровья. Я хочу пожелать ему здоровья, прежде всего. И слава Богу, что у него с головой все в порядке. Вот это мне больше всего в нем нравится. Нормальный, здравомыслящий, передовой человек. Здоровья.